Погнали. Давай. Это 7. Это 7. Ну, это сильно так, больше. Это ты хорош. Чуть. Сильный маг. Да, хорошо. Удача. Ну, удачи тебе, сильный маг. Я пойду. Давай. Поехали. Сомнительно. Очень сомнительно. А я попробую, знаешь, слабоумие отвага. Лучший лозунг для игры это колоды, поэтому я эту руку оставлю. Для финти, в принципе, тоже. Как-то слишком много земли. Ну вот я говорю, первый играл с оппонентом. То есть там вот тоже. Блин, у меня матч плохой, потому что. То есть я до этого играл тоже делик. То есть у меня все классно, у меня на столе там стоят уже раскачанные ребята с кучей аур. Мне буквально до победы один боевой вылет в атаку. Оппонент ставит отолга, все проел, флинк, все, поиграем. То есть, да, и, к сожалению, там, так как это не какой-нибудь там Морду Монарх, который там может призматик, стрэнд сказать, или еще что-нибудь. Тут, к сожалению, способ противодействия, по крайней мере, пресса этому нет. Это явно хуже. Окей. Бывает. Я, кажется, еще с героиком не играл. Я на героике до сих пор не успел поиграть в Skyrim. То есть я, в принципе, поиграл почти с основными представителями меты. То есть с Троном играл, с Affinity играл, с Стампио играл, с Бомжами играл, с Борном играл. Но почему-то на G-Sky как-то не получалось. Ну, с классическим Монархом тоже играл. Но почему-то вот на G-Sky пока не парил. Я вот что-то думал, там просто у нас, по-моему, тоже есть еще один 6-очковый сейчас на турнире. Улукбек, он как раз-таки на G-Sky, а я вот думал. Да, давай кипать. Да, давай. Давай кипать. Так, давай такую на ботом. И, наверное, такую на ботом. Давай. Ага, принято, понято. Ой, черт, страшно. Страшные дела творятся. Путница, ходи. Путница с героиком. Понял. Давай такого малыша поставим. Да, такой знаком нам. Знакомый нам. Давай такую в красненькую. И туда. Да, хорошо. Ходи. Окей. Вот началось. Начались проблемы. Давай сюда скажем дерзкий удар, подробимся. Давай. Подсыпем. То, чего я боялся. Окей, ходи. Нельзя было. Давай опасно играть. Ходить микроб. Хорошо. Это на один. Все. Ходи. Окей. Не, ну мы же рано или поздно поднимем. Не. Что-нибудь поднимем. Нет. Давай будем бесконечно накачивать твоего микроба. Хорошо. Дровать карточки. У меня объявляет степ, 8 карточек на руке. Хорошо. Надо что-то сбрасывать из этого. Ух, ну пусть будет такой. Давай. Как интересно. Очень. Давай тебя кушать. Ну да. 18 ходов до победы. Да, ну, пожалуйста, да, колода. Нет, ну это получше. Ага, это получше, давай. Металлик репик. А, репик. Да, хорошо. Все? Да, можешь ходить. Так, ну давай на один. Да, 17. Так, вот это уже что-то. Ходи. Ага. Чуть ускорим. Так, это конец хода. Надо опять что-то подискардить.
Давай без такого ходи. Давай на три ходить. Да, это уже совсем больно. Давай такую и ходи. Хорошо. Давай. Беда. Беда, беда. Так, давай такую и опять. Не, ну всякое бывает, может и быть, ходи. Камбэк случится. Не 11. Да, ну, давай. Смотри. Ага, молодец. Справился. Ну, сейчас опять ребюк. Сильный маг. Ага, хорошо. Отлично. Передаю. Конец хода. А, конец хода. Да, такое разорвало. Могу? Да. Это 8. Вон дроп, ходи. Ходи. А, подожди. У меня 7 карточек на руке, все нормально, да. Ага. На 3. Да, я в 5. Лягушонок. Лягушонок, да. Ходи. Ну. Степь. Степь до степь другого. Ну, как бы до последнего. И я вынужден сдаться в этой партии. Да, это была... Это была ошибка оставлять такую руку, но... Это была ошибка. Ну ладно. Что нужно найти в тайборде, интересно. В следующий раз буду умнее. Так. В принципе, ничего. Так, ничего. Такая тоже сойдет. Так как я уже играл с Affinity, приблизительно что сойдет, я помню. Главное просто раздать себе нормальную руку, что, в принципе, может быть, даже выполнимая задача. Так, да. Значит, убираем вот такие. Кладем. Угу, еще один избавится какой-нибудь. Играем рискованно, ненадежно, все как мы любим. Ну, я зайду в этот раз. Давай. Попробую. Я только что понял, что сейчас просто критически ошибся. Ну ладно. Когда ты играл Гальваник в Сикера, я что-то неправильно посчитал. Подумал, что Мутаген Гроу сделает его 4-4, он сделает уже 5-5. Ух! А, ну да. Да, да, обидно. Ну ладно. Ничего. Я готов. Хорош. Надеюсь, колода простит меня за глупость. Поехали. Это плохо. Я вижу силу в этой руке, и я ее, безусловно, оставляю. Нет, облегается.
Давай. Да, я, пожалуй, такую попробую. Угу. Хотя, конечно, она сомнительная. Слушай, ладно, давай. Мы оба такими колодами, на самом деле, играем, что процент 80 рук – это очень сомнительная равнинка. Дофтбайт, райт. Можешь ходить. Так. Ситуа сайнот хотим. Ага, синот. Хорошо. Равнинка. Угу. Давай вот так сходим. Да, у меня поменьше будет. Кусь. Сделаем. Потом после этого скажем сикера. Да, сикер можно. И я тебе передаю ход. Давай. Ой, плохо, плохо, все плохо. Ходи. Окей. В таком случае... Буду быстро умирать. Надо стараться, да. Значит, смотри. Хочу сыграть картуш в элиту. Угу, да, картуш случилось. Картуш случился, вышел мальчик 1-1 с Виджилансом. Да, мальчик вышел. Потом после этого цепь жизни сюда хочу. Хорошо. Вот. Потом после этого хочу в атаку. Да, пожалуйста. Значит, смотри, сикер пошел в атаку, дотбейт пошел в атаку. Угу. Эффекты хорошо. Будут? Нет, без эффекта. Хорошо, тогда в таком случае я заплачу 2 жизни. Угу. Скажу мутагеник в сикера. Да, ничего не надо делать. Хорошо, сикер подрос. Дальше скажу дерзкий удар в сикера. Угу, хорошо. Подрос. Подрос, подрос. Так, теперь смотри, надо читать урон. Да, значит, я сыграл картуш, сыграл цепь жизни, сыграл мутагеник, сыграл дерзкий удар. Соответственно, он подрос на 4. Ага. Значит, за мутагеник он под... То есть, он 6-6. Потом 8-8. 9-8. 9-8. Да, все хорошо. Абсолютно правильно. 9, а такой на 2, да, идет? Такой идет на 2, да. Соответственно, с тебя 11, и я гению 11 хитов. Да, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ага. Ты можешь ходить. Плохо дело. Так. А карта у тебя... Одна. Одна карта. Такой ходит на... Нет, давай, наверное, вот так вот. Соткаст, окей. И... Ходи. Окей. В атаку хочу. Пожалуйста. Раз, два, три. Угу. Это на 6. На 6. Нет, стоп, секунду. 2, 3, на 5. На 5. Угу. Трёх. Сикер. Ага. И путница племени Лагона. Ага, хорошо, вот. Хорошо. Собственно, на этом я тебе ход передаю. Не думаю, что я что-то смогу сделать с этим. Можно поставить такую. Ладно, давай следующий. Окей. Okay. Делать. Дешевых артефактов не дали. Ну да, тут что-то проблемы возникли, очевидно. Надо было мульганиться все-таки. Раз. Надо было мутагеник в первый играть в сикера. Это тоже верно. Тогда был мутагеник. Пушка-гонка. Но, слушай, реально, вот концентрация Афинити зашкаливает в последнее время. То есть вот даже джиская как-то не так много. Хотя, ну реально, я согласен, что вот в Москве в области эту колоду очень сильно любят. У нас в королеве еще очень сильно героик любят. Mm-hmm. То есть у нас стабильно. Вот я там свой героик кому-нибудь могу дать. Могу дать. Там, ну, если к нам кто-нибудь тоже приезжает из москвичей, там героя тоже стабильно выдает, потому что, в принципе. Mm-hmm. Вообще, в принципе, колода хорошая, колода результативная, не сильно требовательная. Ну, там есть свои, как бы, нюансы, но они не настолько сложные. Не требует каких-то сложных расчетов. Максимум, что тебе нужно считать, это считать урон. Uh-huh. Но это не так сложно. Хотя я с этим не справился. Вот. То же самое, в принципе, Affinity.
Ты, соответственно, туда зайдешь первый, да? Угу. Ну что? Решающее. Что, получается, в принципе, если сейчас кто-то из нас выигрывает, он с большой вероятностью уже в топ проходит, насколько я понимаю. Я, честно говоря, не уверен, но... Возможно. Черт. Да, это надо подумать. Нет, наверное, все-таки. Я тоже. Знаешь, я на этой ошибке погорел уже в первой, я не хочу повторить топ, даже топ так смотреть не буду. Ну, это просто опять Ван Вендер. Ну, то есть мне, мне душа говорит keep, а разум говорит mulligan. Причем даже без первых дропов, то есть там было три сикера. Три сикера, равнина, мутагеник, Ладно, уже спалился. Ну, дизенчант, да. Вот, и что-то еще, какая-то распачка тоже. Если я все правильно сказал. Ну, в общем, да, то есть, если бы вышла там вторая земля, может быть, можно поиграть, но я не хочу. Пусть я и надрою, к черту. Ну да, у меня там тоже было, ты поднимаешь вторую землю, вроде ничего. Да, вот. Ну, как понимаешь, бы, как не в том положении. Плохо. Как бы счет не 0-0, и даже не 1-0, поэтому... Интересно это. Не, вот у этой колоды, конечно, вот единственный момент, что должен всегда раздавать две земли, три максимум. Это как вот с бурном, по факту. Колода иногда в какие-то моменты действительно напоминает бурн, какие-то как моменты инфернальных раздач. Мы вчера с другом тестились, если раз сдал четыре мутагеника. Это, ну, то есть ты сидишь, считаешь, тебя побряет на руке там 12 урон на первом. Ну, это, к сожалению, не кип, потому что здесь имени нет совсем. Так, такая кип. Надо только решить, что убрать. Давай. Кип. Знаешь, мы сыграем надежно, поэтому мы сделаем вот так. Хорошо. Ну, я, кстати, давно не видел в сборках Affinity, Metallica и Vuk. Ну, есть... последние вроде там какие-то была, да, где-то играли, там светились вроде. Коллеги по цеху я что-то не показывали давно его. Ну, возможно, просто они мне банально его не показывали. Тоже просто не поднимали, да. Я, видимо, не доживали. Я расслабился, да, такой думаю. Affinity, агро, колода не играет контрспелом, да. Да, давай, наверное, так вот покипаем. Да? Две надо убрать. Давай, наверное. Да, наверное, давай вот так вот. Зажигай. Ходи. Ой, сразу неприятно. Ходи. Призма? Призма, окей. Ходи. Ага. Угу. Сикер. Могу? Да, давай. Лягушка? Лягушка вышла. Так.
Давай попробуем. Соткаст? Соткаст, да. Так работает. Давай попробуем еще призму. Призма, да. Ходи. Окей. Так, ты затапался. Это хорошо. Поэтому мы сыграем. Кат-тушь сплоченности. Uh-huh. Выйдет токен. Uh-huh. Потом мы сыграем. Кат-тушь сплоченности. Uh-huh. Выйдет токен. Так, давай мы обозначим, что этих токенов два. Да, давай. Они оба болеют. Вот. Потом, после этого, я хочу пойти в атаку. Да, пожалуйста. Больно? Тебя на 6. Угу. Он подрос на 2 сам. И да, и 2 с картуши. Соответственно, я тоже погиб на 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И на этой ноте я тебе передам ход. Хорошо. Давай попробуем звездочку. Звезда вышла. Давай попробуем такого друга. Энфорсер. Давай попробуем такого. Еще энфорсер. И давай звездочку взорвем. Синий. Хорошо? Подробно свою звездочку. Соткаст. Соткаст, да. Так. И давай поставим еще такого. Угу. И глухо. И... Ходи. Так. Ой, родная. Так. Spare from evil. Да, посмотрим, что такое. A non-human creature until end of turn. А такая работает его на Да, да, у него прус и... Ничего не могу поделать с этим. Хорошо. Такой подрос. Угу. Хочу в атаку. Да, пожалуйста. Раз. И эти два пошли в атаку. Эти два пошли в атаку. Эти два пошли в атаку. Ну, давай двух будем блокать или будем. А, не защита. А, у них все защиты. У них все защиты, да, соответственно, они... Да, 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 хорошо. А, так, все. Такой друг на сколько идет? До распределения домогаясь, ага, когда хорошо. Можно на два. Вот это гейник. Ага. Случился. Ага. Так, теперь давай считать. Значит, смотри, я сыграл 2 non-creature spell, соответственно, mm-hmm. он подрос на 2. 4. Mm-hmm. 6 mm-hmm. за картуши mm-hmm. и еще 2 за, за мутагеник. Mm-hmm. 8. Yeah. От этих, соответственно, еще 2. То есть, соответственно, это 10. Да, ты в 4, а я гейню yeah. 8 типов. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ты можешь ходить. А карт у тебя? Две. Карт у тебя две. Две карточки. Двух солдат сдал под фрогмайта. Да, хорошо. Теперь
24, правильно? Да, я 28. Ты 28. Фу-фу-фу-фу-фу. Давай попробуем такого. Кларк Клан Шаман. Принято. И давай попробуем. Поставить звезду. Угу. И ходи. Окей. Хочу атаку пойти. Да, давай. Два, четыре, правильно? Да. Ну, давай большого сдавай. Плохо. Окей. Дэмэдж? Дэмэдж. Давай. Ну, такой умрет. Такой же на четыре, правильно? Или? Ну, у него ферстрайк. А, картуша дает ферстрайк. Картуша дает ферстрайк, да. Да, да, ну хорошо. Жить все равно нужно. Я передаю тебе ход. Давай в конце хода попробуем такую в красную взорвать. Хорошо. Сюда попробуем гальваник. Сюда попробуешь гальваник. Имя. Такая говорит. Защита. Ага, защита цвета, да, хорошо. И ребаунд это в апкипе, да? В апкипе, да, идет. Угу. Окей, хорошо. Могу? Да. Тогда попробуем призму. Призма вышла. Давай вот так вот. Угу. А героизм хочу сыграть. Растапать такого? Угу. Он получит без два плюс два. Ага. Ага, ага. Так. Так, будешь 6 first strike. Ну да, ничего не могу. Да, встал под них, погейнил 7 хитов, потому угу. что он получил ну, да, один запрос, два эти, да, там получается. Да, продолжай. 7 хитов. Дальше. Ходи. Ага. Защита от красного. Ничего не могу делать. Подробовалось. Угу. В атаку. Хочу плокты. ТБР. Ну, они дабл страйк, соответственно, но он с ферст страйком, то есть на этапе ферст страйк он все равно убьет этого. Да, это само собой. Вот. Ну, то есть, он все равно остается жив. Он же, у него прус сработал за счет Emergence Gated, он сейчас 5-5. А, ну да, да-да-да-да-да-да. Окей, ладно. 5 хитов погенил. Ну, иначе умирать. А, соответственно, путница племени Лагона, и ты можешь ходить. Да, я думаю, что... Нету, конечно, так и может быть. Соткаст, ну, две карты, это две карты. Две карты, это две карты. Это только если блокировать одного. А карт у тебя... Все, я разобрался. Не осталось, да? Ну, давай.
Ох, ох, ох. Такую хочу. Штандарт бирж. Ну да, зачем мне ходить? Да, ну, да, ну, если не против. Ну, пожалуйста, конечно. Все. Да, такая пошла. Ну, сдал под нее. Все, хорошо, можешь ходить. Спасибо, спасибо за игру. Да. Кажется, здесь было очень много ошибок. Ну, что-то тут было очень много. Ну, с моей стороны, мне кажется, больше даже, чем с твоей, особенно в первой. Вот. Ну, с моей было много. А... последней, это я уверен. Ну, что-то да, ты забыл. Ну, но плюс просто я... проблема в том, что, может, с геройком не играл, забывал. Да, с геройком я не играл, я вообще забываю про этот триггер. В общем, что я против... Если интересно, что против себя посадил? Значит, две таких, ну, чтобы у меня флинги не летели, флинги ТБР. Дальше. Ну, два дизенчанта, просто потому что... Ну, мне не очень нравится фрагментайз, потому что он на скорости сорсери работает, пусть и за единичку. Два лайфлинка. Два лайфлинка, собственно... два лайфлинка и вторую копию Spare from Evil, которая мне пришла. То есть у меня один в мейне, потому что это, в принципе, в целом очень хорошая карточка. Она не только с Афинити способна совернуться, это просто прям best of the best. Вот, и, соответственно, посадил я вот это все дело. Так, я поскольку совершенно не представляю, как это играть против героя, какое там соотношение чар ко всему остальному? Ну, критчик плохо получается.